самое главное в дьявола – это поддерживать постоянно катушку в раскрученном состоянии, чтобы она все время была на очень-очень большой скорости, и не ломать линию. Как только вот эти два компонента нарушаются, все, пиши пропало. Майоренко преподает в цирковом училище. Очень хороший педагог, и он в этом жанре умеет делать абсолютно все. И я на него иногда смотрю и просто заворожена. И самое главное, что он это делает с таким невозмутимым и легким видом, что думаешь, что правда, а фигня, все, ерунда, я сейчас возьму и точно так же сделаю. А нет, не получается. Выравнивай. И теперь поверни ее туда лицом. Разворачивай. И тяни. Ощущение, что он попросит у меня дневник и скажет «два родителей в школу». Такое полное ощущение или еще чего, не знаю. Ну, очень здорово. Здорово и так немножко необычно. Господи, сколько же мне лет, я уже выросла.